город Москва, район Марина, улица справа от меня Верхнее поле, а там чуть дальше Перерва улица. Вот тут красивые вот такие площади, какое-то деревянное заведение. Часовня Святой Равноапостольной Марии Магдалины. А, это часовня деревянная. Вот этот клен еще зеленый. И вон те клены зеленые. Это белые цветочки или что? Это плоды какие-то. То ли барбарис. Злая такая штука.